По телевизору совсем нечего смотреть. А вот это уже интереснее, подруга. Ваши волосы тонкие и безжизненные. С нашим средством ваша прическа заиграет совсем другими красками. Сделай громче. Отрастить волосы всего за одну ночь. Это бьюти-сенсация. Скайлер, ты видела? Решено. Заказываем. Пока все не разобрали. Алло? Нам средство для роста волос. И побыстрее. Только представь, подруга. У нас будут длинные волосы. Вау! Просто отменный сервис. Вперед за совершенством. Действуем строго по инструкции. Нам понадобится 2 стакана воды. Готово. Всего 1 таблетка. И волосы будут как новенькие. Хоть бы все получилось. Всего 1 таблетка? Но Скайлер хочет по-настоящему шикарные локоны. Не будем мелочиться. Выпьем сразу всю пачку. Странно, изменений пока нет. А у тебя, Скайлер? Я это чувствую. Кажется, мои волосы начинают расти. Скайлер, ты же выпила все таблетки. В инструкции такого не было. Пойдем со мной, дорогая. Сейчас мы вылечим твою икоту и пойдем спать. Доброе утро. Вот это сюрприз. Очень длинный сюрприз. О, да, волосы густые и длинные. Скайлер, только посмотри на эту роскошь. Теперь мне подвластны любые прически. Вау, Кэндис, выглядишь отпадно. А теперь посмотрим на твою шевелюру. Ого, эффект превзошел все ожидания. Ох, Скайлер, говорила же, работаем по инструкции. Уход за длинными волосами – задача не из легких. Скайлер, ты в ванную. Могу одолжить свои шампуни. Подруга, не смеши. Разве твои малюсенькие тюбики справятся с этой гривой? Смотри, что у меня есть. Вот это мой размерчик. Удачи, Скайлер. Чтобы длинные волосы были красивыми, нужны литры шампуня. И еще полдня в ванной комнате. Но сушить их еще сложнее. Даже фен не всегда справляется. Как все это утомляет. А волосы все еще влажные. Надоело. Подруга, тебе нужен фен? Но у Скайлера есть свой лайфхак. Обычный фен тут бессилен. Встречаем самый эффективный прибор для сушки длинных волос. Но без помощи лучшего друга не обойтись. Запускай, Кэндис. Левее. Правее. Спасибо, подруга. Мы настоящая команда. И так придется делать каждый день. Чтобы волосы были гладкими и блестящими, их нужно чаще расчесывать. И у Кэндис с этим никаких проблем. А вот Скайлер окончательно запуталась в ситуации. Эта тонна волос никак не поддается. Подруга, без паники. Давай помогу. Действуем аккуратно. Расчесываем волосы от корней и до самых кончиков. Да когда уже закончатся эти волосы? Ни одна расческа не выдержит такого испытания. Ух, вот это путешествие. Но главное не сдаваться. Где-нибудь на Северном полюсе миссия будет завершена. Подруга, за дело. Пора как следует размяться. И все-таки длинные волосы – это красиво. Даже на беговой дорожке можно почувствовать себя супермоделью. Вот только соседи по тренажеру не очень довольны. Девушка, уберите свою гриву подальше. И раз, и два. Ух! А Скайлер уже готова покорять новые спортивные вершины. Отлично. Тренажер освободился. Ой, мамочки, куда это я? Немедленно отдайте мои волосы. Подруга, ты в порядке? О, да, только опять придется расчесываться. А теперь самое интересное. Проверим, насколько эффективной была тренировка. Всем встать на весы. О, нет, это катастрофа. Почему так много? Кэндис, без паники. Это все твои волосы. Смотри сама. Вот теперь цифры в полном порядке. Теперь ты, Скайлер. Пожалуй, в другой раз, подруга. С такой шевелюрой весы просто сойдут с ума. Самое время посетить салон красоты. Мне подровнять кончики, пожалуйста, и сделать красивую прическу. Кэндис – самый обычный клиент.
А вот ее подруга – это что-то невероятное. Какие шикарные волосы, мисс! Но первая на очереди – Кэндис. Приступим. Мастер начинает творить свою магию. И вот Кэндис уже сияет в новом образе. А с волосами Скайлер придется повозиться. С чего бы начать преображение? Увы, обычные ножницы здесь не справятся. Но настоящий стилист всегда найдет выход. Только не это. Не волнуйтесь, мисс. Вы в руках мастера. А теперь все просто. Убираем лишнее и делаем красивую прическу. Ух, эта работа не для слабаков. Жаль только, что красота – недолговечная штука. Малейший ветерок и укладки как не бывало. С длинными волосами всегда так. О красивой прическе приходится только мечтать. Шопинг всегда поднимает настроение. Устроим себе антистресс-вечеринку. Нам что-нибудь красивое и не очень дорогое. Но бедные клиенты пусть обходятся без личного консультанта. Ничего, и так справимся. Так, что здесь у нас? Скайлер, только посмотри на это. Подруга, ты просто обязана это примерить. Эй, здесь занято. Тогда, может, сюда? Увы, вот незадача. Все примерочные заняты. Кэндис, зачем нам примерочная, если есть мои волосы? Сейчас сама все увидишь. Вуаля! И ширма из волос готова. Переодевайся, Кэндис. Тебя никто не увидит. Да уж, это что-то новенькое. Подруга, ты просто красотка. Мы берем это платье. Шопинг удался. Ну и ну, и чего только не увидишь. Длинные волосы – это бесконечные эксперименты с укладками. Кэндис, а давай сделаем себе красивые прически. А вдохновение поищем в модных журналах. Вау! Как тебе такой вариант? Выглядит несложно. Тогда за дело. Пора воплотить мечту в реальность. Но придется набраться терпения. Длинные волосы – это не шутки. Пока заплетаешь себе косы, можно даже бицепсы накачать. О, нет! Такой эффект я не заказывала. Но у Скайлер дела еще хуже. С такой прической далеко не уйдешь. Давай помогу. Главное не шевелиться, иначе укладка обрушится прямо на голову. Все, с модными журналами покончено. А может, сходим в кино? Сегодня премьера. Ужастик обещает быть очень страшным. Будь здорова, подруга. Фу. Держите-ка свою прическу при себе. Но это вы еще не знакомы с волосами Скайлер. Ой, как страшно. Киносеанс уже не спасти. Кто-нибудь уберите это. Как неловко вышло. Подруга, выручай. Это невыносимо. Мы уходим. Вечеринка для девушек с длинными волосами объявляется открытой. Пропустите нас немедленно. Видите, какие длинные у нас волосы? Но на этой вечеринке все строго. Сначала замеры, а только потом развлечения. Годится? Проходим. Не задерживаем очередь. Только не вы, мисс. У вас недостаточно длинные волосы. What? Что? Подруга, не волнуйся. Ты обязательно попадешь на эту вечеринку. Ну где же Скайлер? Терпение, только терпение. У подруги есть грандиозный план. Вау! Кэндис, лови. Только осторожно. Не помни мне прическу. Еще немного, поднажмем и добро пожаловать на вечеринку! Понравилась наша история? А у тебя какие волосы? Длинные или короткие? Расскажи в комментариях. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале Трум-Трум Селект.